Уважаемый Джейхун Азизович, дорогие друзья, мы очень рады вас приветствовать в Москве. Общались мы совсем недавно, здесь же, 5 декабря, а на сегодня договорились провести на нашей территории встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении для продолжения дискуссии по мирному договору. Мы готовились к этому мероприятию, но, к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Ну, жаль, что такая возможность была упущена. Тем не менее, мы сегодня с вами с удовольствием обсудим задачи, которые стоят перед нашими странами в соответствии с решениями президентов двух стран и премьер-министр Армении. 4 трехсторонних заявления были одобрены. Работа по ним идет, но, конечно, хотелось бы ее ускорить. И какие бы ни возникали вопросы на земле, как говорится, я убежден, что тем более нужно регулярно встречаться, договариваться, укреплять доверие и создавать почву для того, чтобы все вопросы были урегулированы. Так что очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, я тоже со своей стороны хотел поблагодарить вас за приглашение и за организацию сегодняшней встречи. Вы абсолютно точно заметили, что в начале этого месяца была достигнута договоренность, что третий раунд переговоров между армянской и азербайджанской делегациями по мирному договору пройдет в Москве. У нас с вами на эту дату было как бы два этапа. Первый этап заключался в том, чтобы провести очередной раунд переговоров с армянской стороной, но мы с вами традиционно всегда используем возможность также провести двустороннюю встречу на всех площадках. Это не обязательно Баку и Москва, и даже на международных площадках. И мы договаривались в том числе и обсудить широкую повестку Азербайджана российских отношений. Но я думаю, что это в том числе хорошая возможность вторую часть запланированного на 23 декабря программу выполнить. Я думаю, что у нас будет сегодня хорошее плодотворное обсуждение. Сможем подвести итоги юбилейного года в наших отношениях и также обсудить ряд вопросов, наверное, уже на начало 2023 года. Спасибо за приглашение.